обрезка туи и правила формирования кроны. Популярное вечно зеленое и хвойное растение из семейства кипарисовых туя быстро вырастает, не требуя прихотливого ухода. Будучи декоративным из-за своей своеобразной кроны, оно украсит любой ландшафт. Это будет особенно эффектно выглядеть, если соблюдать правила ее обрезки. Данная процедура является важной частью ухода за деревцем. Как обрезать тую, в какие сезоны это лучше делать, расскажет статья. Описание и культуры. Древесное растение туя применяется в ландшафтном дизайне и садоводстве для украшения участков. Известно множество ее сортов. В РФ используется западная разновидность. В садах, парках, на аллеях декоративную культуру высаживают отдельными деревьями и группами. Хороша она и для живых изгородей. Относясь к классу хвойных семейству кипарисовых, роду голосеменных хвойных растений, туя может быть отнесена как к кустарникам, так и к деревьям. Все зависит от размера, который может достигать 70 метров в высоту. Согласно ботаническому описанию, отмечаются следующие признаки: листья молодых экземпляров игольчатые и мягкие, у взрослых чешуевидные, накрест супротивные. В результате цветения созревают овальные или продолговатые шишки. Они снабжены 6 парами чешуй, верхние из которых не обладают семенами, а оставшиеся имеют по 2 или 3 семяпочки. У плоских семян по 2 узких крыла. Их созревание происходит первый год. Туя в ритме развития наблюдает 2 следующие фазы: распускание почек, увеличение их в размерах, происходящее при постепенном установлении стабильных температурных условий до плюс 5 градусов С. Распускание цветка и цветение осуществляется при потеплении от плюс 5 до 10-20 градусов С. Цветочные почки закладываются за год до процесса. Зимой в них скрыты уже сформировавшиеся цветки. Особенно благоприятствует их закладке хорошее освещение. Пыльцы созревает настолько много, что ближние водоемы окрашиваются в желтый цвет. Благополучному опылению должны соответствовать погода и другие условия. Туя, как культура, не предъявляет особенных требований к уходу при произрастании. Это могут быть домашние растения, украшающие дачу или часть озеленения скверов, парков, городских территорий. Их можно использовать как защиту от промышленного задымления. Выращивание обычно производят в открытом грунте, чему способствует значительная стойкость к морозам. Известны разнообразные садовые формы. В природе также произрастает множество разновидностей: карельская, западная, гигантская, японская, сычуаньская. Эти 5 видов распространены в Северной Америке и Восточной Азии. Туя восточная обрезка туи брабант смарагд. Обрезка туи позволяет формировать крону, что усиливает декоративные свойства дерева и служит санитарным целям удаления пораженных ветвей. Необходимо обзавестись секатором хорошего качества либо садовыми ножницами, стимуляторами роста. Для разных сортов существуют свои правила. К примеру, брабант впервые обрезает значительно, чтобы крона впоследствии чрезмерно не загущалась. Но если эту туи не подстригать вообще, ветви станут редкими и приобретут рыхлость. То есть процедура обязательна, иначе декоративность будет утрачена. Форму придают сразу после посадки, после чего ее корректируют ежегодно по мере роста. Стрижка туи сорта смарагд проделывается с соблюдением естественной для нее пирамидальной формы. Удаляют лишь те ветви, которые ушли за основной контур. Растению присущи собственные правильные очертания. В поправке нуждаются лишь пропорции. Иногда из смарагд делают целые садовые фигуры, шахматные, шары, трехмерные изображения животных. Сорт легко относится к удалению веток. Живую изгородь просто необходимо обрезать, к чему приступают сразу после посадки. По мере роста ежегодно процедуру повторяют. Подобным правилам подчиняются колоновидные туи колонны фастигиата. Туи даника или вудварди низкорослые, что также требует соблюдения естественного обриса, удаляя выходящие из-за него ветви. После процедуры к растениям применяют стимуляторы роста и вносят органические, минеральные подкормки. К примеру, этот флоровид в соответствующей хвойным породам. Совет. Новичкам не рекомендуется сразу создавать сложные формы. Опыт обрезки поможет перейти к схеме типа спирали или ярусы. Санитарная обработка туи, ее обрезка и формирование декоративной кроны различаются по сезонам, в которые наиболее благоприятно реализовывать стрижку, направленную на те или иные цели. Время обрезки туи. Стрижка туи производится вне зависимости от сорта.
Впервые это делают после посадки, не выжидая, пока дерево подрастет, что придаст ему требуемую форму. Очередные процедуры проводятся так, чтобы рост спокойно продолжался. Подрезка боковых веток осуществляется в зависимости от избранной формы. Так кустистое дерево получает прищеплением верхних побегов. Формирование кроны туи может происходить по следующим наиболее распространенным разновидностям: пирамидальная форма, колоновидная, шаровидный тип обрезки, шарообразный. Что касается времени года, подходит как весна, так и осень. Первый вариант – это санитарное обрезание сухих или поврежденных морозом веток. Второй служит цели подготовки к зиме. Как подстричь туи, учитывайте два варианта и дополнительную корректировку кроны. Санитарный вид обработки производится дважды на протяжении года, весенний и осенний период. Формирование дерева можно начинать с потеплением и проводить до сезона увядания природы. Обрезка туи, срезать излишки кроны разрешается с первого года жизни. Но оптимальный срок 3 или 4 год, когда растение окрепнет, укоренится. Когда можно начать стричь туи относительно времени года? Выбирают летний период, его середину продолжают до осени. Так дерево будет подстригаться в течение сезона один раз для образования формы и 2-3 секунды целью корректировки, которую лучше запланировать ближе к осени. Как следует подрезать тую, чтобы выполнить это успешно, укажут следующие основные рекомендации. Сначала изучают естественное очертание. Для того, чтобы ориентироваться именно на него. Чтобы уменьшился стресс, дерево должно обрезаться за раз на 1/3 от общего количества веток. Из обрезанных ветвей выделяется смола, в связи с чем желательно одеть перчатки и защитить одежду. Толщина стеблей различна, поэтому заготавливают инструмент, секатор, кусторез, садовые ножницы. Каждый, для отдельного диаметра среза. Важно, чтобы он был острым в достаточной степени, чтобы растение не надламывалось. Начинать следует в пасмурную погоду. Так не образуется пожелтение хвои и коричневые ее участки. Заканчивая обработку, нужно полить дерево. Как правильно весной подстричь тую, если это предпочитаемый сезон? Можно не только удалить засохшие побеги, но и придать дереву задуманные очертания. Следует проделать 4 шага подготовка инструментов. Осмотр на предмет выявления пораженных ветвей и выбора формы. Удаление засохших побегов. Формирование кроны. Данный этап производят в первых числах апреля, но подходит июнь, последние его недели. Обрезка туи. Можно ли обрезать деревце туи, чтобы уменьшить высоту? Правило включает удаление верхних побегов для этой цели. Дальнейший рост будет простираться в ширину. Также прореживают крону при ее чрезмерной густоте. Обрезка на зиму. Необходимую форму туи поддерживают по мере необходимости. Иногда приходится проделывать это каждый месяц до самых холодов. Условия для благополучного проведения работ – сухая погода. Если в саду или парке сыро, в воздухе много микроорганизмов, которые могут поразить открытые раны. В первую очередь, устраняют поврежденные ветки. Обрезка осенью. Ветви, которые отросли у дерева за лето, с наступлением осени следует удалить на 1/3 от их количества. Так уже созданная форма будет подкорректирована. Пошаговая инструкция. Следующий первый этап – изучение веток, как обрезать каждую для получения нужного очертания растения. Выбирается сухая пасмурная погода. Так избегают бурых пятен на кроне последствий испарения влаги. Немедленно после дождя стричь нельзя, так как можно привлечь болезни, вредителей. Применяют заготовки, арки, прямоугольники, шпагат для контроля уровней. Обрезка туи, обрезка летом. Обрезка туи, производимая летом, включает лишь прореживание кроны. Также корректирует уже имеющуюся форму. Декоративная стрижка продолжается весной, а также весь летний сезон. Молодую зелень периодически удаляют. После процедуры следует обильно полить растения. Если обрастание происходит быстрыми темпами, уменьшают подкормку, сокращают вносимые удобрения по количеству. Советы по формированию шаровидной туи. Как нужно формировать тую, если требуемое очертание – шар? Голые ветки при этом не оставляют, так как они обречены на засыхание, ведь у данного дерева не имеется спящих почек. Если ограничить рост по вертикали, обрезав побеги на макушке, они будут развиваться в ширину. Так можно создать растение с шарообразным очертанием. Для этого длинные стебли, выделяющиеся из массы, удаляют. Из западной разновидности туи для придания подобной формы следует использовать сорта Woodward, Danica, Hosiery, Globosum. Туя популярна по всему миру.
Она привлекает внимание удивительной природной формой, круглогодичной зеленью и неприхотливостью. Необходимо ежегодно подстригать дерево, чтобы оно выглядело наиболее декоративно и имело нужную форму. Также процедура обеспечивает санитарный уход и регулярную корректировку. Теперь, освоив основные правила, садоводы знают, как нужно стричь тую. Соблюдая их, можно будет надолго сделать привлекательными различные сорта, размещенные на участке. Систематический уход не отнимает много времени. Зато результат окупает эти затраты. 00 Volt Article Rating.